Сегодня ночью на пульт оперативного дежурного службы 02 управления МВД России по Тюменской области поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что в подъезде ее дома на нее было совершено нападение. Ночью 13 апреля, вот этой ночью я возвращалась с работы, зашла в свой подъезд, нажала кнопку лифта, и в это время заходит молодой человек. Он нажал 8-й этаж, мы поехали. Мы поехали на лифте, и он стоял ко мне спиной. Я еще подумала, зачем он стоит ко мне спиной. Потом он развернулся. В правой руке у него был нож. Женщина сильно закричала. Испугавшись этого, злоумышленник выбежал из подъезда. Немедленно набрав службу 02, женщина сообщила о случившемся в полиции. В это время экипаж группы немедленного реагирования, получив сигнал о нападении, немедленно выдвинулся к месту происшествия. По ориентировке они обратили внимание на мужчину, который был похож по описанию потерпевшей. В результате грамотно проведенных оперативных мероприятий мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Что задержаны, где и при каких обстоятельствах? Разбой. Что совершили конкретно, как совершили? Разбой в лифте, напал на женщину. Напали как? С ножом. Ранее судимы? Да. По какой статье? Разбой, угон. Вообще, сколько случаев? Расскажите, где еще, в каких районах совершали? Каким образом? 4-5, все одинаково. Заходил в лифт за женщиной, доставал нож, говорил, чтобы отдавала деньги. В настоящее время в ходе допросов установлена его причастность к 7 эпизодам преступной деятельности. Сотрудники полиции не исключают также его причастность к другим аналогичным преступлениям, в связи с чем просят граждан, пострадавших от действий злоумышленника, обращаться в полицию незамедлительно. На меня прямо. Направо.